Добрый день, зрители канала «Ваша дача». С вами Роман Башмаков. Сегодня я поделюсь с вами результатами борьбы со вредителями на комнатных растениях. Около 3 месяцев назад я показывал, как ужасно выглядели мои все растения, которые вот видите в таком, скажем так, зимнем саду у меня. У меня было очень много паутинного клеща, и в комментариях мне подсказывали, что там тоже был червец. Также была заметна какая-то другая живность, типа тли на некоторых растениях. Я использовал яд. Вы можете увидеть, как именно я обрабатывал в прошлом видео. И вот по прошествии 3 месяцев, после 3 обработок, я обрабатывал всего лишь 3 раза, мне было лень обрабатывать дольше, но после 3 раз все мои растения полностью вылечились. Вы видите, вот как выглядит лист банана, свежий. На нем нет никакой паутинки. В прошлом видео видно, что все было покрыто полностью паутинкой. Вот старый лист, который немного его потрепало уже. Он, вы видите, блестит. К этому я еще вернусь. Почему листики блестят? Вот тут тоже все отлично выглядит. Немножко пыль видна, но все выглядит абсолютно здорово, особенно новые листы, у них нет ничего внутри, потому что у новых листов раньше уже внутри были видны какие-то жильцы. Вот так все отлично выглядит. Можно сказать, что кактус вот этот выглядит не очень, но мне кажется, это не вредители на нем, а какой-то грибок или что-то его очень сильно потрепало. То есть, как бы, он уже не вылечится, он в таком виде и останется. Также вот растение авокадо. Листики, которые вы видите, они также и выглядели. Они потихоньку отпадают, а все новые выглядят отлично. По поводу блеска. Вот на каких-то листах, вот вы видите, на этом листе можно увидеть, что это за блеск. Средство, которым я обрабатывал, оно на основе масла. И как минус от этого средства, вот вы видите, то, что все листья были покрыты маслом, они блестели, они выглядели идеально сразу после опрыскивания, но на них прилипает пыль. И эта пыль уже никогда не отлипает. Вот таким вот образом выглядят мои листики. Не знаю, как их отмывать, каждый листик отдельно придется отмывать, или просто ждать, пока новые вырастут. Потому что на банане, на растении банана, это очень явно видно. Вот так выглядят листы, которые были опрысканы. Видите, как он блестит. И на нем тоже грязь, все на нем прилипло. А вот так выглядят свежие листы. Абсолютно здоровые, абсолютно чистые. Вот так. Если на ваши комнатные растения будут нападать такие вредители, пользуйтесь средством. Несколько опрыскиваний помогают полностью спасти ваш зимний сад, все растения. Напомню, что у меня были несколько кактусов, которые, к сожалению, мне пришлось выкинуть, потому что они были целиком съедены живностью, которая в них поселилась. Пока я снимал видео, я увидел, что новое что-то напало на мои растения. Ну вот, опробуем опять то же средство. Я опрыскаю. Вот. Особенно цитрус и растения авокадо покрыты какими-то маленькими вот такими вот жильцами, которых я к себе не приглашал, но они, очевидно, решили зайти. Оставайтесь с нашим каналом и до новых встреч!